Всем привет, всем доброе утро. Мы уже были в больнице сегодня, Соньку уже посмотрели. Написали нам антибиотик, потому что кашель спускается, опасно, чтобы не было никакого у нас воспаления. Поэтому я сейчас развожу антибиотик, пока с вами поболтаю. Хочу вам сказать, что если влоги девочки не будут выходить, значит, у нас проблемы с интернетом. Вчера чинили, но не дочинили. Сегодня должны прийти, менять полностью нам кабель. Поэтому, если выйдет влог позже, то не переживайте, все нормально, я на связи. Так что сегодня дома. Димку сказали, уже выздоровел, но в садик не рекомендуют нам пока ходить. Вот, поэтому будем, наверное, пока сидеть дома. Ну, в общем, посмотрим. У нас на улице так пасмурно, очень душно, и, наверное, будет дождь у нас. Так что будем сидеть сегодня дома. Мы уже погуляли, зашли, купили хлеба, купили слив. Малину взяли, уже последняя малинка, чтобы Димка поел. Купила чай, вот такой вот детский ромашковый чай Хип. С 4 месяцев сказали обязательно. Ага, тут с сахаром идет. Ромашковый подсластителем, вот так вот. 4 месяцев, но подсластитель обязательно. Им надо Соньке давать такой чай, чтобы она пила, потому что будет антибиотик, кашель. Надо, чтобы ребенок пил. Так что сегодня занимаемся домашними делами. Не знаю, что я буду делать. Буду ждать опять этих интернетчиков. Они мне опять полдня на смарку. Так, сегодня буду готовить курицу, сейчас достану с холодильника, с морозилки, чтобы она размораживалась на ужин. Будет у нас сегодня курочка. Я помыла голову, нанесла маску и забыла про нее. В общем, с маской ходила 1,5 часа. Сейчас вот смыла ее, смыла холодной водой. Интересно, какой у меня результат получится. Я вот пользовалась той же белорусской. И она у меня уже заканчивается. То есть я так вот обильно наношу. Я не знаю, правильно это, неправильно, но я наношу все это так вот хорошо, потому что волосы очень сухие, и меня начинает это опять раздражать. Вот я масочку сделала, они такие вот ровненькие, гладенькие. Думаю, ну все, классные волосы. Чуть-чуть похожу, они опять все сухие, безжизненные. Думаю, блин, надо стричься. В общем, короче, как обычно, эти муки выбора. Это еще хорошо, что я со цветом не экспериментирую, потому что у меня начинается иногда, то я хочу в рыжий, я начинаю краситься с белого в рыжий, потом я хочу какой-нибудь темный, потом я опять хочу милирование, и вот это вот у меня постоянно эти качели, то я хочу короткие, то я хочу длинные волосы, я вот это вот думаю, все экспериментирую. И очень печально, когда я крашусь в рыжий, я похожу 1-2-3 месяца, и потом я опять хочу стать светлее, я начинаю милироваться, волосы становятся желтые, ужасные, безжизненные. Ой, это, конечно, кошмар. Да, Сонь? Мы тут с девчонками лежим, Димчик спит, а мы тут пока все вместе. На ужин у нас будет картошка с курицей. Это было бедрышки, по-моему, 6 штук было. Я их поделила напополам. Паприка, соль, перец. И добавила еще сюда 2 ложки сметаны. С майонезом было бы вкуснее, но я сейчас майонез не ем. Да, Соня. Вот, поэтому будет такой у нас ужин. Курица с картошкой. Быстро, вкусно, просто. Ой, я вообще люблю такое. Я вообще люблю все в духовке запеченное. Я решила перекусить. Сейчас буду... Начала уже кушать такой вот творожок в сливках. Знаете, вкусная такая штука. В прошлом году, когда ездили отдыхать на море с детьми, с девочкой мы ездили, вот, ели там вот такой вот творожок в зернах, и он еще был с малиной, по-моему. Слушайте, ну, вообще безумно вкусно, полезно. Даже Димка пару ложек съел, хотя он такую не очень любит. Я тоже к творогу абсолютно равнодушна, но иногда прям с удовольствием ем. Соня. Агу, да, зайчик. Такая любимая игрушка, да, Соня?
И погремушка, и зубки можно точить. Да. И лежать, скажи, не хочу. Хочу на ручках мамы. Мама носила, носила, уже сил нет носить. Пока у меня Соня спит, я хочу почистить Димкин столик. Он рисовал на нем. Это я губку достаю. Он рисовал на нем. Он лепил на нем. Я вот сейчас беру меламиновую губку. И хочу почистить. Пока Соня дает мне это делать. Дима пока играется. Я хочу почистить столик. Сейчас я вам покажу. Гляньте, какой ужас. Видите? Сейчас буду. Маме делать нечего. Буду тереть. Надеюсь, у меня получится оттереть его. Мы сели, пока Сонька спит, мы сели с Димкой немножко позаниматься, да, сынок? Тебе нравится, Дим? Да. Да. Ого. Ого, это птички, да? Да. Сейчас будем учить, как называются птички, да? Мама. Да. Почему нет? Почему не рисовать? Нет. Сейчас будем рисовать, сейчас найдем. Сейчас прочитаем про Мишу, который идет на рыбалку, и будем заниматься дальше. Будем рисовать, да? Веди ровненько, ровненько. Дальше. Только веди сначала и ровненько, не выходить надо. Вот так вот. Аккуратно веди, точечка к точечке. Старайся. Молодец. Не спеши, старайся. Ох, как сложно это все дается, да? Молодец, не спеши. Вот умничка. Молодец, молодец. И дальше, смотри, зайка идет куда? В лес. Да, давай. Такое ощущение, что я на кухне провожу целый день. Ты, так, наверное, и есть. Готовлю ужин, картошка приготовилась. Я сейчас тебе смотрю. Тернов. Буду делать салатик. Соньке новую игрушку повесила. Ну, как новую, она уже ее забыла. Что буду сейчас? Вон, курочка. Ой, пар пошел. Пахнет. Скоро будем ужинать. Сейчас делаю салат, помидорчики, огурчики. Что же хочется такого солененького? Квашеных бы помидорчиков. Но я рисковать не буду. Мне спокойные ночи. И животик ребенка, конечно, важнее, чем эти квашеные помидоры. Хотя я их очень люблю. Я каждый год делаю такие бочковые. Будем делать салатик. У меня тут глажка полным ходом. Глажу футболочки Димкины. Не успеваю ничего не гладить, не стирать что-то. Эти дни вообще какой-то дурдом. Девочки, расскажите, вы гладите вообще постельное белье? Я иногда, если есть настроение, я глажу. Ой, цветок. А если нет, не глажу. Наволочки. Иногда, просто не иногда, под одеяльники вообще терпеть не могу гладить. Но если есть настроение, с удовольствием стою, глажу, смотрю какой-нибудь сериал, я прям отдыхаю. Но иногда на это нет вообще никаких сил и желания. Сейчас пока есть возможность... Глажу. Дим, горячо тут. О! Димку видно. Дим. Пожалуйста. Я огонек. Не, мы сейчас роботы. Робот. А где мяч, Дима? Наш маленький Тарзан. Веселые собаки.
Такой шоу-балет, конечно. На такой веселой ноте будем с вами прощаться. Сейчас осталось вещи. Вот эта посылка нам пришла. Сейчас надо это все дело разобрать и кинуть в стирку. Буду с вами прощаться. Всем спасибо за комментарии, и за лайки. Я забыла пока-паки. Пока-пока сказать? Я забыла Софийку. Софийка вон у папы. Так что всем до завтра и всем пока-пока. Пока, все, матики, и боитесь. Всем пока.